بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد продолжаем разбор аятов суры ан-наба وجعلنا الليل لباسا мы сделали ночь покровом. Ираб этого аята точь-в-точь похож на ираб на грамматический разбор предыдущего аята, за исключением того, что здесь нет изафитной конструкции. В остальном этот аят полностью похож в своем грамматическом разборе на предыдущий аят. То же самое можно сказать и про следующий за этим аятом аят «Уджа'ална ан-нахара ма'аша». Поэтому мы здесь проведем краткий грамматический разбор. Итак, «Уджа'ална аль-вав» — это «харфу атфин» — «союз», «союзная частица». «Мабниюн аль-фатх» — с неизменяемым окончанием, с постоянной фатхой на конце. «Джа'ална» — «джа'ана» — это глагол. Глагол «джа'лю» в «джа'ана» — это «фи'лун мадин» — глагол прошедшего времени. مبنين على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك с неизменяемым окончанием سكونом на конце как результат его присоединения к огласованному местоимению падежа الرفع. На это ضمير متصل слитное местоимение مبنين على السكون с неизменяемым окончанием с постоянным سكونом на конце في محل رفع فاعل, то есть на месте падежа الرفع. Почему? Потому что это فاعل, это действующее лицо. Не забываем, как на прошлом уроке, подробно разбирая глагол «джа'ля», мы сказали, что этот глагол здесь может быть в значении «сайера» или «хаволя», то есть «превратил», «обратил». И в этом случае этот глагол, как глагол «занна» и ее сестры, будет переходным к двум «мафоль беги», к двум прямым дополнениям. Первым «мафоль беги» здесь у нас будет имя «аллейля», а вторым «мафоль беги» будет имя «либаса». И у обоих этих имен один и тот же грамматический разбор. Так, про каждое из этих имен мы скажем «мансубан бельфель» – поставим глаголом в состоянии «аннасп», то есть в винительном падеже. «У аламат аннасп» – признаком «аннасп», то есть признаком состояния «аннасп» является «альфатат аззахирату аля ахри» – явная фатха над его окончанием. Дальше мы говорим «вальфи'лю ма'а фа'илихи ва маф'улейхи», то есть глагол «джа'ля» с его фа'алями и двумя маф'улями – это «джумлятун фи'алиятун» – глагольное предложение. «Ма'туфатун аля джумляти алам наджаль» – и это предложение соединено с предложением «алам наджаль». Поэтому, так же, как и то предложение, это предложение будет «ля махалля лаха мин аль-и'раби», то есть не будет иметь места в падеже. Переходим к следующему, 11-му аяту. «Уджа'альна ан-нахара ма'аша». «И сделали мы день временем жизни», то есть временем поиска пропитания. Как мы уже сказали, и'раб этого аята точь-в-точь совпадает с и'рабом предыдущего аята. Поэтому мы здесь кратко проведем его, но уже без перевода, потому что это уже несколько раз повторялось. وجعلنا الواو это حرف عطف مبني على الفتح جعلنا جعل это فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك ونا نا это ضمير العظمة то есть ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل النهار النهار это مفعول به أول للفعل جعل منصوبا بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره معاش مفعول به ثان منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره والفعل مع فاعله ومفعوليه جملة فعلية معطوفة على الجملة ألم نجعل لا محل لها من الإعراب. Переходим к разбору следующего аята. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. И воздвигли, то есть мы воздвигли над вами семь твердынь, то есть семь твердых небес. Грамматический разбор для «вабанайна», для глагола «банайна» точно такой же, как и у глагола «джаальна» или «холокна». Поэтому кратко скажем «ва» – «альвау» – это «харфу атфин», это «союз». «Мабнию аля фатхин» – с неизменяемым окончанием, с постоянным фатхой на конце. «Банайна» – «бана» – здесь «фиулин мадан» – глагол прошедшего времени. «Мабнию аля сукуни» – «банайна» – с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце. А почему сукун на конце? «Литтисалихи бидамир ар-раф аль-мутахаррик» – из-за того, что он присоединен к огласованному местоимению падежа ар-раф. «Вана» – «на» – это дамир ар-муттасуна – слитное местоимение. «Мабнию аля сукуни» – с неизменяемым окончанием, с сукуном на конце. «Фи махалли раф ин-фа'л» – на месте падежа ар-раф. Фаль, то есть действующее лицо. Фаукакум фаук это зарфу маканин, это обстоятельство места, то есть это имя, которое указывает на место совершения действия. И естественно, оно отвечает на вопрос, где фаукакум. Где фаукакум, то есть над вами. Это мафулум фии, то есть это мафул, в котором происходит действие. Аль-мафул фии это общее название для зарфу макан, то есть обстоятельство места, и зарфу заман, то есть обстоятельство времени. Обстоятельство времени – это имя, которое указывает на время совершения действия. Обстоятельство места – это имя, которое указывает на место совершения действия.
Значит, здесь у нас фаука – это мафулун фи, это зарфу маканин, обстоятельство места. А зарфу макан, как известно, так же, как и мафул бихи, и халь, относится к мансубатам, то есть к именам, которые должны быть в состоянии аннас, то есть в винительном падеже. Дальше мы говорим «зарфу маканин мансубан» поставлено в состоянии «насп». «Ва аляму тунаспи» признак по «насп» в этом имени является «альфатату аллахирату аля ахири» – явная фатха над его окончанием. Дальше мы говорим, что «фаука» – это «мудаф». Это первый член из зафетного сочетания. Здесь следует заметить, что «фаука», а также и другие имена, обозначающие стороны, такие как «тахтапот», «амама перед», «хольфа сзади» и так далее, эти имена всегда выступают в роли мудафа, что дает нам понять, что стоящее после них имя обычно бывает мудаф илей, то есть вторым членом идафы, и что это второе имя должно быть поставлено в состояние аль-джар. Значит, фауха – это мудаф, а местоимение каф в кум – это слитое местоимение мудафун илей, второй член идафы. Мабни аль-дами с неизменяемым окончанием. Постоянные дома на конце. Фи махалли джарин, то есть на месте падежа аль-джар, как мы сказали. Мудафун илей для имени фауха. Вальмиму ссакинута, сукунированный мим, то есть мим, над которым стоит сукун, это аламату джам аль-музаккари, признак множественного числа мужского рода. Это харф, мабни аль-сукуни, с постоянным сукуном на конце. Остановимся на этом. На следующем уроке мы продолжим разбор этого аята.